О метеопрогнозах на субботу расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, группа компаний СМК. Предлагает квартиры эконом-класса в новостройках Северодвинска и Архангельска. Ищите квартиру в Архангельске или Северодвинске. В ипотеку от 8% годовых. Пожалуйста. Узнайте больше в центре продаж новостроек. Телефон в Архангельске 43-03-85. В Северодвинске 8-921-082-85-85. 10 сентября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске днем столбик термометра прогреется до 11 градусов тепла, ночью до плюс 8. Переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 760 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 10 сентября – Анна Скирница. С этого дня начинались осенние ярмарки, завершалась последняя уборка хлебов. Издавна в начале осени отмечают День хлеба. В этом году в честь праздника Северодвинский хлебокомбинат дарит скидку на всю основную продукцию. Хлеб дарницкий, пшеничный, батон, нарезной можно купить по сниженным ценам 18 сентября в собственной торговой сети хлебокомбината и на площади Победы. А я желаю вам хорошего отдыха и прощаюсь с вами. До свидания.